toi. Не хотелось бы оспаривать твое лидерство, но не скажешь, зачем мы разгуливаем в воде? Да! Хорошо. Да, дитя человеческое. Контакт с потусторонними.
Вы смельчаки, раз решили остаться здесь даже после исцеления господина Арда. А мне как-то не по себе рядом. О, прошу прощения. Чем могу помочь? Куда на... Бесконечная качка на посудине Дильбрака надоела мне до кончика бороды. Погоди, сейчас я продолжу. Хвала Авису, наконец-то я на месте. Можно вернуться к своим скучным обязанностям и притворяться... По-вашему, тошнотворная качка в мерзкий сыр. Эрдекские платить не любят, но платят. Вот ваши 20 дукатов. О, не стоит благодарности. Их, если пожелаете, можете охотиться на моих землях. Как регент, я даю вам официальное разрешение. И обязательно навестите меня позже. Несомненно, при управлении... Это и правда вы, господин регент. Я увидел корабль и сразу подумал, что... Да? А, дорогой мой егерь. В чем дело? Резиденцию надо бы немного привести в порядок, господин. Чем могу помочь? А, тогда наши дорогие гости тут весьма кстати. Возьми на заметку, что этим господам охота в угодьях позволяется неограниченно. Конечно, господин Рагент. Может, они как раз помогут избавить угодья от всяких вредителей. И в самом деле это было бы весьма полезно. Что ж, пойдемте, дорогой егерь. Если хотите, можете проводить меня к охотничьей резиденции. Я уже сообщал вам о предстоящем визите высоких особ. Графа Сокольберга и барона Воронуста? Да, господин регент, сообщали. Превосходно. Тогда я спокоен.